С понедельника 8 октября 2018 года на телеканале НТВ состоится премьера 10-серийного криминально-комедийного сериала «Динозавр». В данном видео можно узнать имена актеров, а также ознакомиться с сюжетом и содержанием всех серий сериала «Динозавр». Полина узнает, что папа 3 года скрывал от нее свою возлюбленную Ольгу. Ольга приходит к Славику, но Полина очень грубо ее принимает. Во время скандала приезжает из Америки мама Полины, которую девочка не видела много лет. Мама хочет продать свою часть квартиры. Бабушкин предлагает ей выкупить всю, но при этом одном условии. Славик не должен об этом знать. В городе новое громкое ограбление. Знакомый генерал срочно вызывает Славика и Бабушкина на место происшествия. Стиль, которым скрыт очередной серф, знаком Бабушкину. Это его стиль. Оказывается, кто-то подделал его почерк. В день рождения к Бабушкину приходит его родной сын Ростислав и рассказывает, что Надя, его мать, жива. Бабушкин в шоке. Он узнает адрес Нади и приходит к ней. Выясняется, что Ростислав сел за убийство сокурсника и с тех пор мать его не видела. Из-за карточных долгов сына она была вынуждена продать квартиру. Ростислав снова находит Бабушкина. Он считает, что в качестве отступного отец должен пойти с ним на дело. Тогда он отстанет от него и его семьи. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.